Всем привет, друзья! С вами снова Василий, и мы продолжаем наше путешествие. Давайте пойдем прямо сюда и будем... О боже, мы вернулись к той самой двери. То есть весь этот лабиринт был лишь для того, чтобы обойти эту комнату с пауками. Что ж, ладно, я понял, сюда не следует возвращаться, во всяком случае, пока что. Что нас ждет здесь? Еще одна дверка. Подозрительные саркофаги тут и там. Так, какой-то артефакт. Мне кажется, мы сейчас получим какую-то новую возможность. Я очень на это надеюсь, во всяком случае. И что это? Сейчас узнаем. Да, мы получили посох. И что этот посох дает? Похоже, что он светится. Да, персонаж наш, конечно, не красавчик, что уж там. Отлично. Получен посох. Помашем им. И что же он нам дает? Пока что ничего, похоже. Ну ладно. Ничего так ничего. Может быть, он как-то активизируется позже или нас научит, как им пользоваться. Ага, открылась еще одна дверь. Проходим. Возможно, посох был нужен для открытия дверей. Так, еще дополнительные пауки. Смотрите, как они не дают нам пробраться даже сюда. Нет, сюда все-таки дают пробраться. То есть нужно просто держаться на расстоянии от них. Хорошо, вытягиваем. Ага, вы поняли, да? Нужно преодолеть эту дистанцию, чтобы обойти пауков поверху. Неплохо, мне понравилось. Это было прикольно. Но я не вижу пока, как мы сможем вернуться обратно. Будем осторожны. Не привлекаем внимание пауков. Обходим их как можно дальше. И идем сюда. Так, очередная дверь. Кровавые пятна на полу, знаете, не обнадеживают с учетом этих гигантских пауков. Неужели нас ждет еще один какой-то предмет, который даст что-то нашему персонажу? Что-то два предмета за один выпуск как-то очень концентрировано. Ну, это похоже на фонарь. Так. Ага! То есть теперь как раз-таки наш посох получил способности. То есть теперь мы можем включать свет. Вполне возможно, что это поможет и против пауков. Сейчас узнаем. Но это мы узнаем лишь опытным путем. В конце концов, других вариантов у нас нет. Ага, видите, светлячки? Они, похоже, будут... Да, они однозначно будут заряжать наш посох. Да! Да, отлично, теперь мы имеем достойное оружие против пауков. Крошить, убивать их, конечно, не дадут. Но это уже что-то. Вот так вот. Прекрасно, просто прекрасно. Ну что, можно вернуться в былые места и пройти в те комнаты, которые блокировали до этого пауки. Идем дальше. Так, сюда мы заходили. Давайте проверим. Я уже немного путаюсь, вот честно признаюсь. Да, сюда мы заходили, здесь мы взяли сам посох, там мы взяли непосредственно к нему возможность свечения. Идем дальше. И для нас доступна дверка, где мы сможем отомстить злобным паукам, которые портили нам жизнь. Вот так-то мы очистили комнату и сможем намного более просто вернуться обратно. А пока идем в последнюю дверь и посмотрим, что нас ждет там. Так, а тут нас ждет еще один хитрый такой элементик. Видимо, сейчас поднимется эта платформа из-под воды. Да, да, все правильно. Хватаемся. Прекрасно, преодолели. И что будет здесь? А здесь нас ждет еще один паук. Не беда, мы можем спокойненько с ним справиться. О, смотрите, на большого паука уходит 100% заряда нашего посоха. Ну что ж, во всяком случае он побежден. Ну да, и... Ого, вот это лабиринтик. Вот это лабиринтик впереди. Давайте экономить заряд. Будем включать посох только тогда, когда нужно будет разгонять пауков. Отлично, здесь можно взять еще дополнительный заряд. Прекрасно. А куда же нам надо? Здесь можно лишь взять дополнительный заряд, очевидно. И пройти дальше. Окей. Окей.
Проходим сюда. Берем еще заряды, хотя у нас уже, в принципе, полный заряд. Куда нас приведет этот лабиринт? То есть теперь уже лабиринт не только в масштабах всей игры, но и в масштабах локации даже. Ну ладно, тут хотя бы запутаться невозможно. Все выглядит путано, но на самом деле достаточно линейно. И на том спасибо. Игра. И на том спасибо. Хватаем. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего пробраться невозможно. Ладно, проходим дальше. И я вижу вдали, похоже, тот самый камень, который нужен был для того, чтобы вручить той статуе. Помните? Отлично! Теперь можно будет вернуться назад и вручить этот камень. Давайте возьмем еще заряд. И что у нас тут? Так, какая-то загадочная штука. Оу! Оу! Да это же секрет! Прекрасно. Что это нам дало? Ого! Прикольно, слушайте, какой-то секрет. И дает он нам... Да что-то ничего, по-моему. Ага! Он дает достижение! Отлично! Начните веселую прогулку по лабиринту. Окей, хорошо. Ну что ж, друзья, а в следующий раз давайте мы вернем тот самый камень и посмотрим, что же нам откроется дальше и куда мы еще отправимся в пределах этого лабиринта. А пока всем большое спасибо за просмотр. Давайте я посвечу вам фонариком на прощание. До следующей недели и не забывайте смотреть все три выпуска, вышедшие сегодня. И ставить лайки и писать комментарии, потому что это очень помогает, а я постараюсь ответить каждому из вас, причем в обязательном порядке. А пока на этом все, всем спасибо за просмотр и пока!